Эфирчик. Эфирчик. Как делишки? Кир, может, в магазин пойдем? Может, в магазин пойдем? Или все-таки на качелях? Не пойдешь в магазин? Или пойдем в магазин? Пойдем в магазин? Не хочешь, да? На качелях. Хорошо. Привет всем. Приветики. Ой, Натусь. А только что дождь прошел. Привет, 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 привет. Сейчас я тебе дам этот ключи от машины. Держи. Сейчас я ее покатаю чуть-чуть, пойдем. Как, ребят, ваши дела? Привет. На детской площадке. Нет. Кто вообще такие глупости говорит, что кто-то там расстался, ребят? Никто не расстался. Все у всех хорошо. Хочешь? Не хочешь кататься? Нет? Пойдем в магазин? Или будем кататься? Привет, привет, привет. Вот милаха. Говорю, пойдем в магазин. Нет, говорит, будем кататься. Все. Давай. Господи, как меня удивляют люди, которые вот просто, ну, абсолютно без мозгов. Вот правда. Качается ребенок на качеле. Идет ребенок второй. И его никто не держит, понимаете? А если качели ударит? Просто. Без мозгов. Тупые. Идиоты. Привет всем, ребят, хорошего настроения. Сейчас все поедем в ресторан. У меня же был день рождения, посидеть с семьей. Оттуда вам тоже все буду снимать, показывать. И плюс будем с вами общаться. Как у вас дела вообще? Расскажите мне. Марина и Рома вместе, у них все хорошо. Никто не расстался. Вообще, как бы, об этом даже речи быть не может. Они вместе, и вообще не знаю, кто такие слухи распространяет. Правильно говорить все. Да нет, вроде приличные люди, понимаете? Вот. Просто приличные люди. Причем девушка беременна вторым. Вот ребенок на площадке. И никто не смотрит, никто за тем, что... Вот пробегает он мимо качели. Долбанет его эта качеля, блин, понимаете? И кто будет виноват? Тот, видимо, кто качает. Понимаете? Идиоты. Спасибо. Спасибо, друзья. Привет, Сереженька. Приветики. Кира, ну-ка передай привет моим подписчикам. Скажи, не хочу слезать с качели. Вот в чем вопрос. Да-да, держись крепко, крепко. Птички, птички там. Птички, птички там, да, на проводе. Птички сели на провод, да. Птички, птички. Держись, Кира, Кира, держись. Кира, я говорю, держись. Вот, молодец. Всем привет. Привет, 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 дорогая, привет. Послушайте. Прекрасно все понимаете, что Татьяна Владимировна такой человек, который любит вносить интригу в определенные дела. Но, я вам могу сказать, что смотрите следующую пятницу, смотрите шоу «Бородина против Бузовой», следующую пятницу будет просто огонь. Такого шоу просто, ну, еще точно не было. Вот, вы все увидите сами своими глазами, как раз-таки в этом шоу будет очень много ответов на все ваши вопросы. Но, поверьте мне, это все небольшая интрига, которую Татьяна Владимировна вносит. По факту, это не так.
Совсем не так. Да, Кирка как маленькая принцесса, это правда. Друзьяшки, что вы делаете? Как у вас дела? Слушайте, Татьяна Владимировна много чего говорит. Итак, друзья мои, я вас целую, люблю. Я побежала собираться, мне нужно наводить красоту. Еще попозже выйду с вами в прямой эфир, когда буду в ресторанчике. Обнимаю вас, целую, люблю. Пока!